Всем привет, с вами Егор Ярушин, и третий сезон моего шоу про сцену. Я знаю, что я заставил вас ждать, что я очень долго тянул с его выпуском, но я надеюсь, сейчас, когда он выйдет, никто не будет разочарованным. Мои новые зрители с posthardcore.ru наверняка думают о том, кто же такой этот хрен и почему он сейчас говорит с моего монитора, значит, о каких-то группах, о каких-то лейблах и так далее. Поэтому, если у вас создается вот такой вот вопрос, посмотрите видео о том, кто такой я вот здесь, и посмотрите обязательно предыдущие выпуски, то есть второй сезон вот здесь, и также, если у вас есть желание, вы можете послушать мою группу вот здесь. Для остальных, добро пожаловать, так сказать, обратно. Смотрите, наслаждайтесь. Что ж, поехали. Итак, речь сегодня пойдет про лейблы. И я очень часто говорю про лейблы с одной простой причины. Дело в том, что лейблы почему-то в сознании музыканта российского, ну или вообще СНГшного, они постоянно связаны с какими-то турами, с отъездами в Штаты и так далее. Это, конечно, не так, я уже писал неоднократно и неоднократно говорил в выпусках о том, что лейблы занимаются главным образом двумя вещами, это distribution и promotion. Distribution — это распространение, promotion — это реклама. Когда лейбл подписывает вас как исполнителя, он хочет заработать на вас денег, и поэтому в их самых лучших интересах то, чтобы ваш альбом продавался лучше всего, именно поэтому они попытаются сделать так, чтобы он появился во всех магазинах, или, ну, по крайней мере, во всех интернет-магазинах, и потом, чтобы ваше имя и песни с альбома, например, появлялись в разных аутлетах, таких как журналы, там, веб-сайты, всякие модные всякие страницы и так далее. Но что же делать, когда тебе напишут вот такой вот лейбл? Первым делом ты, разумеется, влезешь на их страницу на Фейсбуке для того, чтобы посмотреть, о ком идет речь. Если это, конечно, не лейбл первого эшелона. Если это лейбл первого эшелона, скорее всего, ты просто возьмешь и подпишешь первый контракт, который тебе предложат, что тоже неправильно, но об этом позже. Но, допустим, тебе написал лейбл, о котором ты не знаешь. Ты смотришь на их страницу и... Впрочем, давайте поступим так. Я сейчас зайду на страницу We Are Triumphant Records, многострадальных We Are Triumphant Records, о которых я говорю почти в каждом выпуске, но просто потому, что это очень зашкварный лейбл, но давайте не будем забегать вперед. Что ж, начнем. Итак, я член группы, неважно какой, вокалист, ударник, басист, не дай боже, и мне только что написали из We Are Triumphant Records, возможно, мне написал сам Грег, потому что, насколько я помню, он единственный работник этого лейбла, и что ж, он написал о том, что у них есть интерес. И, наверное, первое, что я сделаю, это я посмотрю на их страницу на Фейсбуке, и что ж, давайте посмотрим. Ну да, вот, я смотрю We Are Triumphant Records, я вижу вот здесь вот альбомчики, которые у них сверху, значит, которые они выпустили недавно, а также ссылка на сайт. Ну что я могу сказать про страницу? 130 тысяч лайков, это, конечно, серьезно, и я, если бы я был музыкантом, впервые видишь страницу этого лейбла, я бы сказал, что это, наверное, очень круто. Ну что ж, давайте зайдем на сайт. И первое, что встречает нас на сайте, это надпись насчет продаж, насчет групп. Вот тут написано, что, значит, 32 тысячи проданных альбомов, 14 групп, значит, ну вот, ну, что я могу сказать? Это, конечно, уже неправда, потому что, наверное, Triumphant было подписано и, главное, отписано впоследствии очень много групп, и это гораздо больше, чем 14, возможно, 14 там нынешних артистов. Но давайте об этом попозже. Так же, как и про продажи, потому что 32 тысячи проданных альбомов на то количество альбомов, которые написано выпущенных, это, конечно, ну, не очень много. А дальше мы узнаем еще больше, поэтому давайте посмотрим на списочек артистов. Ну что ж, ну да. Ну вот из тех, которые сейчас в настоящее время подписаны на лейбл, конечно, известных никого, а вот бывшие подписанные артисты — это уже кое-что поинтереснее. Что же у нас тут написано? У нас тут Black Tongue, да? Breakdown of Sanity, Neck Deep, Sworn In, Enterprise Earth, которые недавно подписались на Ardor. Ну что ж, это круто, конечно. И, возможно, человек несведущий, он совершил ошибку и подумал: ничего себе, ребята, значит, работали с этим лейблом, потом подписались на лейбл побольше, а это означает, что профит, этот, на этот лейбл нужно срочно подписываться. Но это не совсем так. На самом деле суть заключается в том, что работали эти группы с этим лейблом, это безусловно, но как много сделал этот лейбл для этих групп?
Разумеется, если у какого-то из бывших артистов вашего лейбла сейчас появились какие-то крупные успехи, такие как, например, Neck Deep подписались на Hopeless Records, сейчас ездят в туры с All Time Low и так далее, Headlined World Tour, разумеется, ты напишешь их на свою страницу. Несмотря на то, что повел ты себя с ними очень неправильно, они даже не говорят о тебе, на их странице на Википедии написано про выпуск их EP на твоем лейбле буквально одно предложение. Кстати, ребята, используйте Википедию. Вот. Хотя, знаете, самый, наверное, прикольный пример — это Breakdown of Sanity. Breakdown of Sanity действительно были подписаны и работали с лейблом Weird Triumphant Records, но работали они примерно на следующих условиях. Грег написал им насчет того, что он не возьмет ни копейки с выпуска их альбома в Штатах, но при этом пошлет этот альбом в магазины, так как Weird Triumphant Records, они пользуются дистрибьюшеном Victory. Пользуются они, конечно, им далеко не в каждом случае, в основном это только те альбомы, которые хорошо продаются в сети, потому что, ну, выпустить альбом на CD это достаточно большая инвестиция, а это означает, что, ну, не любой группе ты хочешь дать такую привилегию, возможно, те, кто хорошо покажет продажи мерча и хорошо покажет, то есть, продажи билетов на туры и так далее, возможно, их стоит послать в магазины, а тех ребят, которые ни хрена не продали, в магазины посылать не стоит. Это я понимаю. Но в таком случае, наверное, не стоит хвастаться дистрибьюшеном Victory. Неважно. Breakdown of Sanity действительно подписались с Weird Triumphant исключительно на выпуск их альбома на CD в магазинах Соединенных Штатов. Грег не взял с этого ничего, исключительно для того, чтобы потом можно было написать на странице, что да, действительно, они с ними работали, и это как бы поднимает престиж лейбла, наверное, в каком-то смысле. Ну и дальше по списку. На самом деле, единственная команда, которой Weird Triumphant очень хорошо помогли, и действительно сильно помогли, это Traitors. Но в итоге, опять же, Weird Triumphant зажали огромное количество денег, потому что Грег очень нехороший человек. Вот, зажали деньги, и таким вот образом ребята, конечно, от них ушли. Сейчас есть такие небольшие слушки о том, что они подписываются или на Century Media, или на Artery. Что ж, удачи пацанам! Теперь к 32 тысячам проданных альбомов. Если учесть, сколько альбомов сейчас написано на странице, что лейбл выпустил, и сколько альбомов он продал, то, в принципе, выходит примерно по 2000 на одну группу, которая там написана. Но суть заключается в том, что это, разумеется, не так. Были и артисты, которые совершенно не двигали альбомы, были и артисты, которые продавали больше, такие как, например, те же самые Breakdown of Sanity и Neck Deep. Я уверен, что Грег все еще живет исключительно с денег, которые он получает за продажи первого EP Neck Deep, который вышел через Weird Triumphant. Вот такие вот дела, поэтому не стоит вестись на такие большие числа. Хотя числа тоже не особо большие, если учесть, что, например, те же самые Forget My Silence, которые никогда не были подписаны на лейбл, говорили мне о том, что они двигали в своем iTunes где-то по 15 тысяч юнитов, а это означает, что, ну, это, черт возьми, всего лишь в два раза меньше, чем Weird Triumphant. И таких лейблов множество, это не только Вата, все лейблы, которые когда-то, то есть даже в самом-самом далеком прошлом работали с командой, которая сейчас хоть как-то поднялась, они обязательно напишут ее. Поэтому самое важное, что я бы сделал на месте любого музыканта, это я бы почитал страницу на Википедии или, например, даже спросил у самих пацанов, например, через личку, как много сделал этот конкретный лейбл для них. Вот, например, вы знали, что Motionless and White или Let Live были подписаны на Tragic Hero? Конечно же нет, однако они указаны у них на сайте. И судя по Википедии, действительно, как Let Live, так Motionless and White выпускали на Tragic Hero какие-то свои EP-шники, которые были еще до их славы. Но поднялись-то они, разумеется, на Fearless и на Epitaph, поэтому лейбл не так уж много для них сделал. Возможно, немножко помог публицистика и, возможно, продал пару альбомов. Вот и все. Поэтому вот такие дела, ребят. Не ведитесь на блестки и мишуру. Всегда думайте головой, а самое главное, всегда пользуйтесь информацией, которая, в принципе, в общем доступе. Я, в принципе, всю эту информацию нашел сам, поэтому и вам того же советую. А если вы хотите и дальше смотреть это шоу, обязательно подписывайтесь на мой канал. Мне сказали, что это внизу, поэтому, иншалла, я больше делать не буду. Подписывайтесь на мой канал, обсуждайте в комментариях, обсуждайте в моем паблике, ссылка на него прямо вот тут. Я надеюсь, Леша сделает ссылку прямо вот тут.
Ждите следующего выпуска, он будет скоро, и он будет связан с живыми выступлениями. С вами был Егор Ярушин, всего самого наилучшего, пока!